Ущерб для Казахстана от повреждения терминалов Каспийского трубопроводного консорциума может достичь 150 миллиардов тенге. Такие цифры озвучил министр финансов Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы нашего корреспондента. Ранее в Минфине говорили о 300 миллиардах ущерба от антироссийских санкций, аварий на КТК, а также ситуации в Украине. Точную цифру на данном этапе никто не может сказать, поскольку все зависит от того, за какой срок исправят, да, эти нарушения. И будут ли дальше какие-то санкционные меры. А так оценивать в пределах пока 100-150 миллиардов тенге. Это только по КТК. Если быстро устранят, естественно, тогда сумма будет меньше. Но пределы где-то 100-150 миллиардов тенге. На фоне этого Кастрансойл заявил, что в апреле увеличит поставки казахстанской нефти в Россию и Китай по участку от Атырау-Самара, планирует экспортировать почти 155 тонн карачаганакской нефти и 60 тысяч тонн кашаганской. А в Китае по нефтепроводу Атасу-Алашанькоу направят 40 тысяч тонн кашаганского черного золота.